Сегодня наверняка проходит много товарищеских матчей, показательных, красивых, где играют ветераны. Но я знаю, что вы сказали, в ворота я больше не стану, раньше летал, ползать не хочу. Да. И если выходите, то выходите в роли защитника. Каково это вам в роли защитника? В роли защитника интересно было. Во-первых, сучкануть можно, да? Там как? Вышел на площадку, поставил одну секунду, смена и сел. Участвовал, третьяк был, играл. Ну, а так, конечно, понимаете, в чем дело? Для того, чтобы играть за ветерана, надо тренироваться. Уже 55 лет, уже мышцы не те, и уже и болячки выскакивают, да. А вратарем это вообще невозможно. Вратарем это же как Ванька Станька, упал, встал. Вот, если при моей комплекции сегодня нагрузка упасть по 100 раз за игру, то можно, я думаю, потом не подняться, могут, да? Связки могут просто оторваться, поэтому и спина, и так далее. Поэтому я сейчас не испытываю судьбу и не играю в контактные игры. Потому что на моем вот опыте я уже видел, на своем, на других опытах спортсменов, что большие травмы получают. Разрывы всякие, порывы. Понимаете, у меня-то в голове, я такой же, как и был 20 лет. Если я сейчас стану ворота, буду делать все, что когда я играю. И мой рефлекс, делаю, да? 5 минут. Хорошо, но потом умру. Ну, у меня сил не будет. Потому что нет физической... какая красивая смерть. Согласитесь. Физической подготовки нет такой. И самое главное, нет тренированности, понимаете? Когда у тебя нет... А просто выходить по смешищам, ну, третяк, 20-й номер, а внутри пустота, ничего не взять. Ведь тебя-то привыкли видеть как того вот третяка, который ты был. А ты сейчас беспомощный старичок, ты ничего не можешь сделать, не поймать ничего. Ну, старичок, это вы, конечно. Ну, я образно говорю, в воротах уже ты не можешь что-то делать. Да, я мог бы играть, если бы продолжал. Ведь у нас есть ряд ветеранов, такие как Кузькин, там, другие. Они занимаются каждую неделю по 2 раза. И он до сих пор что-то... А футбол вы играете? Сейчас нет. А раньше играли? Раньше играл. Да тоже контактный, потому что тоже очень много травм в футболе.